программе Анна Погорелая, занимающая сейчас второе место перед своей произвольной. 17 лет всего лишь Аня Погорелая, а мы ее воспринимаем уже далеко не первый год как взрослую, серьезную и восхитительную спортсменку. Шахерезада Николая Римского-Корсакова. Прекрасная программа московской спортсменки. Мне нравится очень. Как хороша! Как хороша она! Вот так, ударившись единожды, просто потрясла прокатом. Чуть-чуть. И вот эта программа мне нравится. Эта программа, да. Да. Справились девчонки с нервами. Девчонки все справились на 10-0. Однозначно. Как их расставить судейская бригада?
Теперь только ждать. Теперь же нет спортсменов, ни от нас с вами. Ну, от нас с вами вообще никогда ничего не зависит. Но спортсменки должны были это пережить. Это прокатать. И они одна другой лучше россиянки. Хороша была. В каждом жесте, в каждом прыжке. Все показывают свои лучшие прокаты. Всем. Дорогого стоит. Девочки, да. На сложнейшем чемпионате мира, в далеком заокеанском Бостоне, каждая из наших продемонстрировала лучший прокат. У меня мелькало пару раз впечатление, что они чуть-чуть перестраховываются на прыжках. Все-таки слишком болезненными были те падения, которые случались в этом году. Да нельзя на прыжке перестраховываться. Ты его не прыгнешь, если ты перестраховываешь. Просто концентрация внимания должна быть повышена на заходе, на раскрытии. Должен быть в трезвом уме и в светлой памяти. Ничего не стоит на автомате. Вот, пожалуй, единственный, да, так сказать, выезд, но не прямо, не на три плюса, а просто на плюс. Это сумасшедший выброс эмоций, адреналин, да, просто хлещет. Вдвоем, так они и тянут эту лямку. Анна Царева, Анна Погорелая. Анна Царева тут тоже на ком-то висела. Около бортика. Подкашивалась. Обалдеешь, конечно. Сатоко. Ох, Сатоко. Ох, Ленка, как держится. Как держится Леонова. У Леонова, говорит, господи, Родионова. Как она держится? Сидит там и улыбается. Ну, утоптали мы Миякару, утоптали, Погорелая выше. Как третья? Это не то, это произвольно, не пугайте меня. Вторая, конечно, Аня, вторая. Медведева Погорелая, первая, вторая.